Нихао! Короче, решил палец поставить. Вот немножко тут сбил краску. От оправки отвалилась труба, видите? И ударила сюда. Оправку делал вот так вот сюда. Для чего? Чтобы палец не загубить, понимаете? То есть по ней бьешь, и палец целенький-целенький. Вопрос был, как отцентровать у меня. Ну как? На пальце сделал вот так вот, напил машинкой. То есть палец на земле взял, вставил болт, поставил вертикально, его и машинкой сделал напил. Ну то есть как там палец стоит, так? Потом взял, вставил туда вот такую, ну, десятку, наверное, этот пруток. Он вот так вот выглядывал здесь. Я видел и равнялся по этим рискам. И забивал. Ну, в принципе, и все. Забил. Болт вообще легко вошел. Попал я четко в размер. Никуда это меня не увело, ничего. Так. Все. Что потом я сделал? Я с той стороны лом засунул и въебал по пальцу в эту сторону, чтобы он прижался к болту. Понятно, да? Вот. Прижался он к болт, прижался к стенке отверстия. Ну, все, теперь болт не болтается. Что делал? Ставил наклей, Loctite 638. Кисточкой. Фу, воняет. Кисточкой там внутри мазал. Конечно, расход большой, ну а что делать? Туда поставил железную прокладку, кольцо, которое у меня сейчас лежит промежуточное между втулкой. Втулка у меня глубже сидит в раме. Там поясок остался, ямка. Я туда кольцо выточил, бросил. Вот. Потом шайба железная, тоненькая. И вот эту пластмассину поставил. Вот она. Вроде миллиметровая, что ли она. Это специально, это, ну, листовая пластмасса для скользунов этих. Второпласт, или как она называется, я не помню. Ну все, типа, один палец стоит. Попробуем второй сейчас. Все я подготовил, тоже для второго пальца. Сейчас вот приварю только вот эту штуку. Потому что держать неудобно. Эту сторону-то ладно, еще удобно забивать. Вот эту сторону одному держать и бить не очень удобно. Вот тогда я тут лабаш и потушил. Сейчас попробую заварить всю эту тему. Так, и вот так вот ломиком отсюда шваркнул и посадил на место эту болт. Ну, то есть назад полкнул палец, чтобы оно стало там вровень выпирать. А обезжиривал как? Обезжиривал, а туда совал этот. На отвертку намотано было, как его, ткань. И растворителем обезжирил. Здесь у меня сейчас перекос идет. Мне надо сейчас трактор взад. Ну, еще есть вариант сейчас здесь снять и за одну сторону зацепиться. Я думаю, что, наверное, так и сделаю. Сейчас за одну сторону. Та сторона у нас смонтирована. Эту сторону надо сделать. За одну. Я думаю, что должно получиться. Сейчас буду пробовать центровать. Потому что здесь надо фронтал вот туда вот. Здесь я тоже померил. Ну, засунул уже все. Вот они стоят. Вот они. Все стоит. В принципе, не зажатая. То есть я чуть-чуть раздвинул фронтал палкой. Все, палку вставил, вот эту тонкую. И раздвинул фронтал немножко. Ну, вроде как ничего так получается. Я пробую центровать вторую. Завтра суббота. Заказа никакого нету. Если Сане позвоню, помощникам моим, если они мне придут, помогут собрать, то, может быть, завтра. Мне цилиндры завтра собрать бы, вот. Толпой бы собрать цилиндры, было бы охеренно бы. Чтоб цилиндры поставить, а уже копир, я там уже сам все сделаю. Ну,
Это я соберу в одного. Не так сложно, а главное вот именно цилиндры вот эти поставить. То, что надо еще приваривать ухо, потом противоповоротку, ну, гайку, и сделать еще на палец этот штукенцию, блядь, кронштейн. Я же его еще не сделал до сих пор. Короче, бля, еще задач писец сколько на холодец. Ну, будем потихоньку двигаться. Что делать? Ну, вроде бы отцентровался. Вроде бы чуть-чуть надо вверх поднять фронтал. Что-то около вот этого. Вперед-назад ковшом уперся и переносил жопу. Вначале много, потом назад передвинулся. Ну, хер знает. Вроде плюс-минус километр. Сейчас пробуем обезжиривать и ставить палец. Может, получится. Ну, так, вроде должно получиться, конечно. Вроде все там на месте. Шайба на месте. Вроде все на месте. Будем пробовать. Вроде угадал. Вроде там вровень выпирать. Замучился двигать зад-вперед. Заколебало, наверное. Должна, по идее, встать. Да не встать, сесть, залезть. Как вот так. Где-то вроде нормально. Посмотрим сейчас. Болт, только бы, блядь, еще найти болт, я не нашел.
вроде проворачивается. Сейчас ставишь болт. Потом просто чайник вернешь, когда до конца забьешь. Ну, что ты ему сделаешь? Подходи уже. Вроде попал. Четко. Сейчас посмотрим. Фу. Отдышка пиздец. Он что-то не очень хочет идти. Понятно. Пока что. Длина вроде. Вроде та. Забить-то, конечно, можно, бля. Тише ты, ёпта, за ногу. Да. Немножко не угадал. Сука. Блять. Хуёво будет закручиваться. Знаю точно. Так, ну что тут? Да нет, вроде бы. Ну, попортило, конечно, чуть-чуть резьбу, подслезало, так, а так накрутится. Да, чуть-чуть маловато.
провернул. Еще бы пару миллиметриков, было бы четко все. Опа. И теперь все целое здесь идеально. С помощью вот этой штуки. Не то, что с той стороны. Ой, вернее, с той стороны. В прошлый раз все расклепал нахер. Кувалды молотили. Что по краю били, блядь. Это пиздец, что было. Охренел, блядь. Я думал. Она будет какая. Фу, вроде все. На гайке только сейчас наживить и затянуть. Там есть резьба, затянется. Че, взял левку. Ну и держатель тогда на металломе же нашел. Охуенный. Ручки вкручиваются. Он двухсторонний. Здесь 12, а здесь 10. И вот так вот беру, болтик вкручиваю. Хопля, вот так вот. Опа. Теперь болтик откручиваю. Прикручиваю снизу его. И теперь кручу. Здесь, да? Раз. И вот так сейчас прогоню резьбу. Таким образом. Что, резьба получилась, все в норме. Сейчас залезу, тряпочку уберу. Все четко. Very good. Все получилось. Была 12, осталась 12. Так, все, сейчас надо гайку подобрать. И в принципе. Еще минут 20-30, уже 2 часа ночи, можно идти домой. И можно идти домой с чистой совестью. Еще треугольник этот прикрутить на воздухана. Фу, для полного счастья. Фу, устал пиздец. Поджимал палкой фронтал, ну вот сюда вставлял, все четко двигается. Сейчас они прижались, а у меня было, когда я собрал, после раз щель была, ну то есть я когда одевал, было плотно, а потом его раздвинуло, то есть когда пальцы забил. Сейчас все четко, то есть играет, сюда палку вставляю, отжимаю, она отходит, потом плавно назад подходит, то есть не сильно давит, не сильно давит, но в то же время и шайбы не крутятся. Вот. Ну, они еще потрутся. Здесь-то 90 точно есть, вот здесь вот. А на раме-то плоскости основания 90, ну, там нету, я не знаю, что там. Хер его знает, что там за плоскость. Есть она там, нету. Я знать не знаю просто-напросто. Потому что, ну, что... Я фиг знаю, что я там делал. И как я это... Ну, вернее, я же не трогал эту часть. И как она сделана, я просто не представляю. Ну, я думаю, она хуёво сделана. Мне так кажется. Что-то мне такое подозрение, что оно херовое. Там плоскость либо с завода плохо сделана, либо она уже умерла. Но это не точно. Так, все, затянул, на клей поставил, ну, на фиксатор резьбы. Потому что с пластмасской не нашел, не откручиваемую поставил, поэтому на клей. Так, сейчас надо эту поставить. Экран, на экран надо шумку приклеить, чтобы оттормозила нам немножко шума. Через лабаш, чтобы не шел шум. Мембрана, как это так называемая, это у меня отрезана. То есть до меня была повреждена, и потом она мне мешала, я ее нахер вообще отрезал. Но она была. То есть надо было хотя бы, блядь, оставить, ну, вот по это место хотя бы. А я когда стекло клеил, стекло же не от этой модели, я же говорю, что от кабины, где у меня на сантиметр стекло должно быть меньше, на сантиметр. Вот. И как бы эта херня мешала, я ее удалил.
И когда тормозами занимался, вакуумниками, я вообще, ну, почти полностью отрезал. Поэтому, конечно, звук туда и просачивается. Фу, пипец. Так, ну что, шумку приклеил. У меня один лист был с двух сторон. Завтра надо купить эту с фольгой и приклеить сюда с фольгой. Ну, звукоизоляцию. Это же вибра. А еще вторую надо доклеить сюда. Ну, вот как-то вот так вот. Так-то у меня в рулоне была где-то. Я уже забыл, где она. Где-то лежала. Или она в том... Короче, надо... Можно было... Конечно, с фольгой приклеить. И куда я этот рулон положил? Я же что-то шумил, у меня был рулон. А куда он делся? Не помню, ни хрена. Куда? Куда я его закинул? Ладно, хрен с ним. Где-то тут, наверное, валяется. Но... Но мне уже не нужен, потому что я уже по-другому сделал. Ну, вот так вот сделал. Я думаю, будет вообще четко все. Шум будет отражать от лобаша. И что-то с двух сторон приклею. И с этой стороны, и с той. Двойной удар сделаем. Все. Goodbye.